20 молодых сотрудников вневедомственной охраны полиции в канун Дня России приняли присягу. Торжественная церемония прошла в Парке Победы на Соколовой горе. Поздравить новоиспеченных сотрудников пришли ветераны и руководители органов внутренних дел. В начале мероприятия собравшиеся почтили минутой молчания память коллег, отдавших свою жизнь при исполнении служебного долга. Далее полицейские произнесли слова присяги, тем самым посвятив себя служению России и закону. Приводили к присяге 20 молодых сотрудников полиции, которые совсем недавно обратились к нам с просьбой принять их на службу. Мы смотрели на них, изучили эти кандидатуры, пришли к выводу, что они вполне достойны выполнять впоследствии столь ответственную миссию. Отрадно, что ребята идут, значит, в общем-то, не все так плохо у нас в стране. Идут действительно с чистым сердцем, с желанием служить своему народу.